Кстати, я хотел вас спросить, как получилось, что вы служите в жандармском управлении? Ведь ваш отец, кажется, тайный советник, могли бы служить в гвардии. Да что там хорошего в гвардии, Рас Петрович? Одни парады да попойки. Скука. А в жандармском управлении одно удовольствие служить. Секретные задания, выслеживание опасных преступников, бывают, кстати, перестрелки. Помните, в прошлом году один анархист засел? Слушайте, вас не смущает вас то неприязненное отношение в обществе к синим мундирам, особенно в кругу ваших сверстников? Нет. А я на это не обращаю внимания. Я служу России, и совесть моя чиста. А предубеждение против чинов жандармского корпуса рассеется после того, как все поймут, как много мы делаем для защиты государства и жертв насилия. Недаром ведь эмблема жандармского корпуса — белый платок для утирания слез страждущих. Да, и да, 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 да.